Вот в городе, смотрите-ка, война. В городе пушки, разрушенные дома, что-то горит, люди бегут, прячутся. Война – это весело? Нет. Война – это страшно, когда бомба летит с неба. Вот ты правильно показываешь, что хочется закрыть глаза и вот так спрятаться. Правда же, когда бомба падает, это страшно. А у девочки, у Кати, у нее, смотрите, какая была семья. У нее была мама, да, и у нее был папа. Папу, видите, в военной форме. Когда началась война, папа ушел в войну. Он был военным, он ушел на войну. И Катя осталась с кем? В городе было нечего есть, потому что немцы сюда ничего не разрешали привезти. И решили, пусть все в городе голодают. Такой кусочек хлеба на целый день. Целый день. Маленький. И все, и больше ничего. А воду, если с речки принесли, а может и не принесли, тогда и воды нету. Представляете, как тяжело было? Вот в те далекие времена, вот в этом городе, вокруг немцы, фашисты. И Катя, она же свою книжку-то писала, у нее следующая буква в книжке была вот такая. Б. И мы с вами, например, на эту букву можем нарисовать красивую бабочку, правда же? А Катя знала страшное слово «блокада». Знаете такое слово «блокада»? Это когда вокруг города вот так стоят враги, а в самом городе холодно, темно и есть нечего. Ой, как вкусно мы с вами едим, да? Захотели? Да. Бананчик. Захотели? Яблочко. Виноград. Виноград. А в городе Ленинграде 900 дней была блокада. 900 дней, это очень-очень долго. И только хлеб. Представляете, как было тяжело. Память, поэтому не бросайте, не бегите, аккуратно.